Добрый день, мы находимся в магазине «Горные вершины». В этом видео я познакомлю вас с моделями недорогих лыж для конькового хода из ассортимента нашего магазина. Так, начнем с лыж «Соломон». В сезоне 19-20 недорогие коньковые лыжи фирмы «Соломон» представлены моделями RS8 и RS7. RS8 лыжи производятся в Австрии. В них применяется пенный сердечник Densolite 3000 и скользящая поверхность G4. Напомню, в топовых лыжах скользящая поверхность G5. С завода скользящая поверхность этих лыж с защитной пленкой, которая предохраняет лыжи от повреждений в процессе перевозки. Перед первым катанием достаточно снять пленку и можно идти кататься. Можно еще обработать ее щеткой. Более младшая модель RS7. Эти лыжи произведены уже в Болгарии. Сердечник здесь Densolite 2000, более тяжелый, благодаря этому лыжи получаются более тяжелыми. И скользящая поверхность G3, еще более простая, чем в лыжах RS8. Лыжи эти поставляются уже без всяких защитных пленок, защитных парафинов. То есть перед первым катанием можно их обработать. На этом с Соломоном все, перейдем к Атомику. Недорогие коньковые лыжи фирмы Atomic представлены тремя моделями – S5, S2 и S1. Эти лыжи производятся в Болгарии. S5. В этих лыжах применяется комбинированный сердечник из сот и пены Speed Cell. Скользящая поверхность с индексом 4000, с двумя желобками и с защитной пленкой. S2. Модель называется уже не Redster, как предыдущие, а Pro S2. Производство Болгария. Применяется здесь пенный сердечник Ultra High Densolite, тем не менее достаточно легкий, и скользящая поверхность с индексом 3000. На скользящей поверхности два желобка и присутствует защитная пленка. И младшая модель Pro S1, более простой сердечник High Densolite, скользящая поверхность B2000. Два желобка на скользящей поверхности, но отсутствует защитная пленка. Далее перейдем к лыжам Fisher. Итак, линейка недорогих коньковых лыж фирмы Fisher представлена тремя моделями. CRS Skate Russia Lopet посвящена одноименной серии лыжных марафонов, проводящихся в России. Применяется сердечник Air Core Basalite, комбинированный сердечник из сот и дерева с применением базальтового волокна. Усиление кантов Power Edge и финишная шлифовка скользящей поверхности Speed Grinding. На эти лыжи установлена платформа IFP, совместимая только с креплениями Fisher. SC Skate. Отличие от предыдущей модели в том, что здесь применяется сердечник AirTech Basalite. То есть сердечник из дерева с воздушными каналами и с применением базальтового волокна. Усиление кантов Power Edge и финишная шлифовка Speed Grinding. Так же, как и на предыдущих лыжах, платформа IFP. И младшая модель Fisher, модель LS Skate. В этих лыжах сердечник AirTech, уже без базальтового волокна, технология Power Edge и такая же шлифовка Speed Grinding. Также мы здесь видим платформу IFP, как и у предыдущих лыж. Все три модели производства Украина, города Мукачево. И напоследок несколько слов о лыжах фирмы Tissa. В нашем магазине они представлены двумя моделями. Tissa Race Cup Skating и Top Skating. Выпускаются они в Украине, на заводе в Мукачево, там же, где и младшие лыжи фирмы Fisher. В этих лыжах деревянный сердечник с воздушными каналами, AirTech Light, шлифовка, финишная Ultra Finish, сделаны как настоящие грамотные коньковые лыжи. Можно брать смело начинающим спортсменам, которые хотят освоить коньковый ход. Это лыжи для тех, кто хочет получить максимум лыж за минимум денег. Самая младшая модель лыж, лыжи Tissa Top Skating. Технологии здесь самые простые. Простой деревянный сердечник с воздушными каналами. Скользящая поверхность, похожая на поверхность лыж LS. Ну, в принципе, для начинающих довольно неплохие лыжи. Можно их приобрести для освоения азов конькового хода. На этом наш обзор недорогих лыж для конькового хода мы завершаем. Всем удачи, всем удачных покупок. Увидимся на лыжне.